Всем здравствуйте! В предыдущем видео мы говорили о выборе семян газонной травы. Для того, чтобы вырастить живой зеленый газон перед домом, необходимо поддерживать его в хорошем состоянии с весны до поздней осени. Необходимо в почву вносить специальные удобрения для газонной травы. Бедные на полезные вещества почва, частые стрижки, также перепад температур и другие неблагоприятные факторы способствуют истощению травяного покрова. Растительность становится тусклой, желтеет, теряет свой первоначальный вид. Решить эту проблему может только периодическая подкормка газона традиционными органическими удобрениями, а также внесение комплексных удобрений. Удобрения для газона бывают в жидком виде, также гранулированные. Гранулы бывают среднего вида, а также крупные. Крупные гранулы отличаются более длительным действием. Удобрения в жидком виде оказывают более быстрое воздействие на растения. Жидкие гранулированные удобрения вносятся в почву с мая по середину августа. Также гранулированные удобрения вносятся при подготовке почвы перед посевом семян. Чтобы ваш газон хорошо перезимовал и был нарядным и роскошным, необходимо внести удобрение осеннее. Оно вносится с середины августа до середины сентября. Особенно хочется выделить удобрение длительного действия Покон. Удобрение Покон обладает длительным действием, поэтому его можно внести один раз в сезон.